Доброе утро, дамы и господа. Ну, мы на загрузочке. Первая машина уже загрузилась. Здесь вторая стоит. Там я стою, еще один. Коллега сейчас тоже еще подъехал на Вольве с нашей фирмы. Да. Вот это так. МАНчик мощный, да? Четырехосный. Сейчас он выйдет, и я сюда заеду загружаться. Иди отсюда. Добрый вечер, дамы и господа. Мы выехали. Пять машин. Получается, на каждую машину поездрай. Ну все, Бэйфир уезжает, они там здесь буквально только пару метров до автобана. На автобане Балштели, в Балштели. Вообще дурдом. Weiter. Langsam weiter. Okay. Sind Sie bitte mal weg von den Autos? Jetzt haben wir nur noch die Früchte. Короче, кое-как прошли, да? Впритык. Он что-то делает здесь, да? Беспредельщики, бля. Добрый вечер, дамы и господа. Чё, подготавливаемся к выезду, да?
Нас тут 5 машин. Все в ряду стоим. Раз, два, три, 4, 5. Все, будем выезжать. Как-то так. Полетели. Подъезжаем на разгрузочку, да? Вчера вечером сюда приехали, вот так вот вдоль дороги встали, здесь катастрофа, здесь такие ямы наездили. Вот одна фура только что здесь, только что забуксовала, да? Доброе утро, дамы и господа. Все, ну я разгрузился, последний. Сегодня кипиша здесь было. Потому что за ночь, так как у нас груз был широкий, все, кто нас объезжал, всю дорогу здесь разворотили. Фуры, автобусы. А кто-то даже забуксовал был. Но по идее нам надо было туда с задним ходом заезжать и там разгружать. Но все это так не произошло. Потому что туда наверх никто заехать не мог. Поэтому разгружали здесь на дороге сюда. Сейчас кран заехал туда наверх. Сейчас он оттуда будет еще дальше перетягивать это все. Но мы сейчас едем на базу. Эти все такие, как типа бочки, это будет все соединяться вместе и зарывается в землю. И получается такая водяная станция, да? Пожарники стоят,